Здравствуйте! Представляем вашему вниманию обзор двигателя с автомобиля Skoda Yeti 2011 года выпуска. CBZB. Рядный, бензиновый, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, турбированный двигатель. Объемом 1,2 литра и мощностью 105 лошадиных сил. Пробег 27 тысяч. Производим замер компрессии на холодном двигателе. Первый цилиндр. 15 килограмм. Второй цилиндр. 15 килограмм. Третий цилиндр. 15 килограмм. Четвертый цилиндр. 15 килограмм. Замер окончен. После осмотра двигатель маркируется термопломбой. Перед размещением на склад производится консервация. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Наши специалисты в кратчайшие сроки помогут вам с подбором двигателя, запасных частей и расходных материалов. А квалифицированные механики произведут быструю и качественную установку агрегата на ваш автомобиль. Также, на станции Лигово производится ремонт и возможность регулировки развала исходимости осей малотоннажного и грузового транспорта. Наш телефон 703-1515.